И теперь к другим событиям. По распоряжению руководства страны российские авиакомпании временно прекратили отправку пассажиров в Египет. Созданный оперативный штаб правительства сейчас организует безопасный вывоз людей, находящихся на египетских курортах. Те же, кто собирался лететь в Арабскую республику в ближайшее время и уже купил путевки, меняют свои планы. Клим Санаткин обо всем подробнее. Авиасообщение с Египтом временно приостановлено. Такое решение было принято накануне после того, как Владимир Путин согласился с рекомендациями Национального антитеррористического комитета. Поздно ночью оперативный штаб, созданный по поручению президента, прорабатывал все вопросы, связанные с возвращением российских туристов на родину. Речь идет о спокойном плановом возвращении в те сроки, которые люди и хотели возвращаться из Египта. Речь не идет ни о какой специальной эвакуации, и мы предпримем все необходимые меры, чтобы даты, часы возвращения были ровно теми или максимально приближены к тем, на которые куплены билеты на соответствующие рейсы. На курортах Египта, по разным данным, сейчас остаются от 45 до 70 тысяч человек. Распоряжения оперативного штаба коснулись всех авиационных компаний, которые осуществляют полеты в Египет. Всего их 9. При этом сообщается, что самолеты в арабскую страну вылетать все-таки будут, но без пассажиров на борту. Рейсы, которые должны были осуществляться по расписанию в ближайшие часы и дни, теми же авиакомпаниями будут вылетать пустыми, без пассажиров, прибывать в соответствующие аэропорты Арабской Республики Египет и забирать пассажиров, которые имеют на руках билеты на этот рейс в этот день без багажа. Багаж полетит отдельным рейсом. Это сделано для безопасности самих же пассажиров. На борт вылетающие из Египта смогут взять ручную кладь с необходимыми вещами. В первую очередь медикаменты и детское питание. Главный вопрос сейчас, чтобы багаж долетел максимально быстро и туристам не приходилось долго ждать своих чемоданов. Отдыхающие на курортах Египта с пониманием относятся к таким мерам. Вы готовы, если потребуется дополнительное время в аэропорту провести, там дополнительные проверки и так далее? Здесь от нас не зависит. Мы готовы терпеть. Туристам, которые решат отказаться от отдыха в Египте, туроператоры обещают вернуть деньги, но на урегулирование всех вопросов может потребоваться время. Тем же, кто на море все-таки собирается, некоторые турфирмы предлагают полететь в другие страны, например, Турцию или Кипр. Позвонил случайно туроператору и сказали, что можно поменять. Ну, вроде можно в Турцию слетать и там отдохнуть. А ребята говорят, что здесь сохранят и звездность отеля, и там по времени. Мы вообще из Беларуси. Вчера выдали нам все документы и сказали, чтобы рейсы будут. А по дороге приходит смс-ка от знакомых, что рейсы отменены. Тем временем, сегодня утром из Санкт-Петербурга уже вылетел самолет с туристами, решившими провести отдых в Турции. Новость о временном прекращении полетов многих пассажиров застала на стойках регистрации аэропортов, где в билеты им ставят отметки о невылете. С этими документами пассажиры смогут обращаться к своим туроператорам. Вот электронный билет, стыдная печать, что вылет без пассажира. В российских аэропортах сейчас дежурят сотрудники МЧС и психологи, готовые оказать всю необходимую помощь. Полеты в Египет приостановлены до тех пор, пока не будет обеспечен должный уровень безопасности полетов. Сколько на это уйдет времени, пока неизвестно. Клим Санаткин, Первый канал.